тут все вверх дном. В мою смену он не скроется. Поняли, сержант? Никаких следов подозреваемого. Все чисто. Глубокая дыра. Интересно, можно пережить такое падение? Эй, Титан! Ну же, где ты? Полиция! Вставайте! Эй! Раз... Тупой кретин! Thank you.
все подозреваю. Это чушь какая. Тут явно пусто. Кто бы он ни был, нельзя быть настолько крутым. Идет к вам. Понял. Блин, этот парень прыгает по крышам, уворачивается от пуль. Что тут происходит? Должно быть бывший военный. Знаешь моего кузена, Энтони? Он лечит солдат с этим, как его, ПТСР. И некоторые из них, уж если срываются, то срываются, понимаешь? Так, к вопросу о расширенных зрачках. Вы, парни, конкретно обдолбались. Пожалуйста, мы же совсем чуть-чуть. Как лекарство.
лекарства? Да у вас тут целая экосистема! Думали, такое никто не заметит? Господи! А, отойди от меня! Полейся одеколоном, ты весь своей травой провонял! Да и твои мелкие засранцы, вы идете с нами! Давай-давай, лицом к стене, ноги в стороны. Ну же, не усугубляйте ситуацию. Думаю, надо провести опыт. Да ладно, а без этого никак. У этих парней по 20 грамм в кармане. Нефиг с ними общаться, как с преступниками. Эй, процедура такая. Надо все делать по инструкции. Иди за латексными перчатками. Знаешь, за этим. Язык. Почему мы следуем инструкции только когда моя очередь докапываться? Знаешь, что смешно? Меня вызвали на этот этаж пару недель назад. Давно вы тут работаете? Эй, а ну назад! Перец, он ломает ногу в драке, так? Этот парень! Что-то... Оцепить верхние этажи! Быстро! Быстро! Простите, сэр, вам придется подождать. Что происходит? Это террорист или что вообще? Насколько... Последнее предупреждение! Стойте! Внимание пассажирам!
все платформы закрыты. Просьба отойти от края платформы. Вниманию пассажиров. На прибывающий поезд посадки нет. Просьба отойти от края платформы. Просто приказали нам перекрыть посадку на все поезда. Какое-то расследование. Я уже перекрыл. Алло. Эй. Нет, чувак, я на платформе, пытаюсь попасть. Что происходит?
они тут всех заперли. Хорошо. Я просто в отчаянии. Оружейный барон ищет Викторию. Надо его остановить, пока не поздно. Он уже напал на след. Мой тебе совет, Амика. Хватай тяпку и драпай. Нет, не люблю бегать. По моим сведениям, девчонка в Чикаго. Мы с парнями срочно отправляемся туда, но ты должен возглавить операцию. Ты готов? Бейт. Да, я слышу. Надо сцапать какую-то девку. Ее зовут Виктория. Дом тебе позвонит и скажет, где искать. Она где-то там прячется. Все ясно. Сколько возни из одной цыпочки? Она что, особенная? Придется привлечь парней. Цена удваивается. Возьми с собой Лени. Он доставит ее сюда. Лени? Хромой хрен? Цена утраивается. Прости, но он полный козел. 25. 39. 26. 37. 30. 35. Идет. Лени, подойди сюда и дай огоньку. О,
Давай, хромой хрен. Хромой хрен Лени. Заткнись, Вейд! Обожаю старину Вейда, он молодец. У меня от него мороз по коже. Вот за это я его люблю. Вейк Декстер безжалостный сукин сын. Но бояться следует его делового партнера, Тома Осмонда. Владельца клуба «Лисичка» на Бристоль-стрит. Это страшный тип, даже по моим меркам. В том плане, что он умен и у него хорошие связи. Это лишь вопрос времени, когда он выйдет на твою девочку в ее приюте. Откуда ты об этом знаешь? Если кто-то в Чикаго знает, знаю я. И Том тоже. Пришли мне его фото.